честь 25-летия независимости Казахстана Фонд развития предпринимательства «Даму» в республике запустил масштабную акцию «Аллея бизнеса». Первыми в стране ее поддержала Кустанайская область. В самом центре города предприниматели, участвующие в государственной программе «Дорожная карта бизнеса 2020», на пустующем участке земли посадили ясени. Выбрали ясень. Для нашего города это не очень традиционное сейчас дерево. Но раньше оно встречалось в городе Кустанай, оно адаптировано для нашего климата, оно очень красивое, листочки такие нежные, тонкие, и сквозь эти листья можно увидеть солнечный луч. Поэтому вот мы выбрали это дерево и очень надеемся, что 25 деревьев, посаженные по этой акции, очень украсят наш город. Высаживали деревья предприниматели под чутким руководством специалистов-озеленителей. А возле каждого саженца была установлена именная табличка. Я считаю, что это очень замечательная, добрая такая традиция. Как можно больше посадить деревьев для того, чтобы экологически создать пространство вот в нашем городе. Стоит сказать, что кустанайские бизнесмены не единственные, кто принял участие в данной акции. Большая аллея бизнеса уже появилась и в Аркалыке. В городе Аркалык уже прошла данная акция буквально на прошлой неделе. И предприниматели высадили 60 саженцев. В целом, я думаю, данная акция будет продолжена. Это будет зависеть от активности предпринимателей каждого города и района нашей области. Помимо ясени, в областном центре планируется высадить еще и яблони. Сейчас управление предпринимательства области подыскивает место, где бизнесмены смогут обустроить еще одну аллею бизнеса. Диара Ахмечен, Евгения Финько, РТН.